Итак, вот что у нас получается. Вот такие ножки. Здесь у нас осталось отверстие. Игрушку уже набили. Я делаю следующим образом. Вывожу нити от ножек сначала в одно место, чтобы потом закрепить узелком. Вот таким вот образом. И затем вот этим хвостиком я сшиваю между ножек отверстие. Можно, конечно, было бы и сшить от ножек, но я решила так сделать. И выводим сюда же. Можно все ниточки подтянуть. Вот такие ножки у нас остаются. Получаются, да? Теперь вот эти все хвостики можно связать узлами и спрятать внутрь тела.